Спорт, развлечения, творчество. Комплексу «Славянский» в центре города удалось объединить все эти направления. Современное пространство для отдыха и развития привлекает сотни староскольцев и гостей округа всех возрастов. Общая площадь комплекса «Славянский» на улице Ленина – более 36 тысяч квадратных метров. Но главное здесь не масштаб, а наполнение. Современное креативное пространство интересно для пребывания как взрослых, так и детей. У нас здесь есть и бассейн, есть ледовая арена, есть кафе, гостиница, спортивный зал, дом детского творчества. И также здесь на территории у нас есть торгово-развлекательный центр. На третьем этаже там есть детская комната «Мадагаскария». В этом же здании находится спортивный зал. Буквально на прошлой неделе, на выходных, у нас были областные соревнования. К нам приезжало более 200 спортсменов. Часть, кстати, которые проживали у нас же здесь, в здании, в гостинице. Осенью комплекс «Славянский» принимал международный интерактивный фестиваль современного искусства «Art Life». Столичные искусствоведы высоко оценили условия для выставки. Мы на самом деле вообще в восторге от этого пространства. И я говорю, что у нас в Москве, к сожалению, немного таких площадок, может быть, единицы. И мы, когда приехали к вам первый раз, правда, были так рады, что нам предоставили вот именно такую площадку. Год назад в Славянском открылся бассейн. Многие староскольцы посещают его по абонементу, так же, как и ледовую арену. У нас есть две чаши общей сложностью, 9 дорожек для плавания. Они подходят как для профессионалов, так и для любителей. После плавания можно согреться в сауне, либо у нас есть также и хамам. Для тех, кто любит больше отдыхать, нежели плавать, у нас есть чаша специальная с теплой водой и гидромассажами. Также у нас здесь есть ледовая арена. Буквально в 50 метрах от бассейна располагается. Там можно как просто кататься на коньках, так и играть в хоккей и в кёрлинг. Для детей у нас также есть 2 тренера, они обучают фигурному катанию. Подкрепиться после бассейна, хоккея или кёрлинга можно в кафе «Миндаль». Уютные залы готовы к проведению корпоративов и детских утренников. Вкусные завтраки, бизнес-ланчи, то есть обеды. Непосредственно люди, все, которые приходят, могут на выбор выбрать либо полный бизнес-ланч, где включено первое, второе, третье, горячее, компот, как говорят, да. А также он может выбрать облегченный бизнес-ланч, где не будет второго, только супчик и салатик. Также у нас есть детское меню. Дети любят картошку фри, обожают наггетсы, гамбургеры. Это все есть у нас в ассортименте. Также молочные коктейли. Все сделано из натуральных продуктов. Все очень вкусно, сделано на совесть. Можно сказать, вкусно как дома. Отдельные похвалы заслуживают кондитерские изделия собственного производства. Пирожки, выпечка, такие разнообразную пиццу, осетинские пироги, очень вкусные. Приглашаю всех попробовать. Также это у нас пирожные, торты. Торты делаем любые, на заказ, какие вы пожелаете, на ваш вкус, цвет, выбор. Подходим индивидуально к каждому клиенту, рассматриваем все, делаем, привозим, доставляем во всех точках нашего города. 5 лет назад по инициативе руководителя группы компании «Славянка» Сергея Гусева в Старом Осколе распахнул двери Дом детского творчества. Сегодня здесь в 23 студиях занимаются 550 мальчишек и девчонок. Вокал, хореография различных стилей и направлений. Это изобразительное и театральное искусство, школа балета, спортивные секции. Это клуб бардовской авторской песни. Мы рады видеть не только детей. Мы готовы принять и взрослое население Староскольского городского округа. Для них открыты такие студии по таким направлениям, как латиноамериканские танцы, восточные танцы, оздоровительная дыхательная гимнастика. Ждем любителей караоке и академического вокала. А чтобы поздравить своих друзей, близких, родных, мы готовы помочь записать профессиональную запись песни. Ну и, конечно, мы ждем всех жителей Старого Оскола на замечательные мастер-классы по кондитерскому искусству.